My mind's in my damn Ferrari, light and chill with my Mercedes. See my Bentley, what I got with my two phantoms, had a baby. Ain't that crazy? Why you lazy? I get sober like Miss Daisy. Fuck you, pussy nigga. Всем привет, и тут я после обучения попытался поиграть за авиацию, но меня почему-то турнули опять в армию. Ну ладно, тогда пусть будет, куда направляют, туда и пойдем. Это ж армия, типа. Куда пинка отвесили, туда и побежал. Или полетел, точнее. Это что это вот за время ожидания? Я не помню, я вот с ботами буду воевать или все-таки с игроками? Наверное, с игроками, я думаю, или что? Блин, 24 секунды, 25, блин, заявишься ждать, что-то мне вот это не нравится, не люблю ждать. Вообще не люблю это дело. Неблагодарно это дело ждать. После чего вырежу. Мо, подсадение первой сессии, блин. Вот, первый жирный, огроменный такой минус этой игре. Ожидание, 5 минут, блин, ждал. Бесит. Так, и что я должен делать? Кооперативный PvE режим, в котором игроки отражают несколько колонн атакующих врагов. Первый штурм каждый день приносит дополнительную награду. Режим разбит на 6 уровней по максимальному боевому рейтингу техники в наборе. Это типа мы должны вот это вот, вот эту точку защищать от этих наступающих врагов. Так что ли? И что, и где? Ну ладно, в бой. А где я? Почему не показывает, где я нахожусь? Не дайте противнику захватить вашу базу. Я на базе? А, я один буду против противника, да? И где они, противники? Я их не наблюдаю. А, нет, я не один. Тут какой-то еще череп. Блин, надо куда-нибудь заныкаться, я думаю. Вот какой я мель. А почему я на этом танке? Ты че, даун? Вообще охренел. Враг начнет. Начнет наступление через 4, 3, 2, 1. Давай, сюда вот заныкай. Враг начал наступление. Где он, враг? Тут танк медленный. Так. Где-то он оттуда. Я правильно понял? Где-то оттуда. Где, кого вы там шмаляете, ребята? Блин, вон. Ладно, сейчас давай тех устраним. Помощь в уничтожении противника. Ач. О, меня убили? Эй, бот меня грохнул. Понятно. Так. Бой. Опять нахуй. Бой. Где я? О, я где-то здесь. Давай, тогда он сейчас там, блин, разворачивайся. Сюда. О, нет, давай вон туда вон. Блин, куда-нибудь, короче, давай, поехали куда-нибудь вон туда. Так, меня запалили, да, типа? Где? А, вон там. Эй, ты чё? О. Попадание. Попадание не пробить. Критические повреждения. Так, давай, отслеживаем его дальше. Противник захватывает вашу базу. О, на самолет? На самолете, что ли? Ой, зараза такая. Где еще кто? Где-то он там. Техника уничтожена. Так, окей, где-то вон там он еще. Так, а что, в меня стреляли? Какой медленный, бля. Извиняюсь за мат, если что, так я не понял, а где? Вон там? Вон там, вон они. Так, что-то я не понял. О, а, ремонт, а, еще ремонт. Блин. Ну что же, на 7 целей 2. Так, все, пропустить.
Опять, ладно, в бой, блин, за денежки. Я не удивлюсь, как мы провалимся. Так, где, куда, кто ближе. Неважно, кто ближе. Где кто? Кого-то. А, во, можно же навестись-то, ёлки сильнее. Блин. Да что ж ты будешь делать, а? Давай еще разок. Чё? А, тут уже все. Хердык башка ему. Да что ж я что, не попадаю, что ли? Да ни хера не попадаю, походу. Так, ладно. Вон, критические повреждения. Помощь в уничтожении противника. Так. Где еще кто? Разворачивайся где-то вот тут, а, где-то вот тут, а, где-то было. А, нет, где-то вон там. А, вон. Нет, не понял. Ну да, где-то вон там. Тут я что-то не вижу. О, разгоняемся, давай, 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 давай. Так, где? О, я попал, нет? Техника уничтожена, есть. Так, чё? Ладно, поедем, короче. Ой, самолет! Самолет какой-то летит. А то он что такое? Вау. Блин, ремонт. Ремонтируемся, да? Ладно, ремонтируемся. Откуда кто вообще едет, я не понял. Так. Кто-то по мне шмальнул только что, зараза такая. Давай. Давай тогда сейчас. Че, не наводимся? И далековато, да? Че, я не понял. Что-то вот прицел не зеленеет. Бля, вот соседа грохнули, моего соседа убили. Развернись ты, черепаха стейросовая. Или не надо разворачиваться, блин. Давай, назад куда-нибудь. Давай сдай назад, да ёпси-мопси. Нет, может тогда вперед лучше? Мне надо куда-то деться. Ну ты развернись, вот, блин, и езжай куда-нибудь, короче, куда-нибудь свали. Ну туда вон, давай. Туда вон, поехали. Ни хера не понимаю, короче, в этой игре. Давай. Дам. Куда-то вон туда надо же, да? Вон там же враги вроде бы. А, я на базе, я с базы не должен уезжать, или должен, или могу. Что-то я их не наблюдаю вообще. Поехали. Туда поехали. Давай, а ты можешь ускориться, нет, отец? Я что-то врагов там не вижу, где? Там же они где-то, вот по карте, если наблюдать, там они где-то. Надо там кого-то бомбить, надо же. Вот. Кто-то появился. Где, где? Так, давай. Техника уничтожена. Есть. Так, что еще кто-то? Кто-то где-то еще должен быть. Ага, вижу. Давай. Критические повреждения. Давай, чё, зеленей прицел, зеленей, зеленым становись. Блин, да. Попадание есть, но не уничтожение. Опять попадание всего лишь. Ну, помощь в уничтожении противника, ладно. Так, все, возвращаемся на базу, поди. Какие-то воздушные сражения. А почему, блин, я не могу в воздухе полетать? Я что-то не догнал. Так, да, вернемся на базу. Хотя, погоди, тут вот опять враги едут. Ой-ой, разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся. Ой, мне надо было сначала так развернуться лучше. Как черепашки. Блин, как черепашки-ниндзя едем.
А, вот, все. Давай, разворачивайся, нафиг. Опять едем туда, нафиг, тогда уезжали вообще оттуда. О, кого-то вижу. Самолет бомбанул. Да? Ладно, продолжаем. Может, танк можно сменить как-то, да? Или чё? О! Гусеницу шандарахнул. Опять куда-то кому-то попал, короче. Ты мне весь обзор загатил, гад. Гад стой росовый, ну. Давай. Блин, помощь. Ладно. Где еще кто? Там уже вроде. О, есть. Помощь, блин. Че это мне с этой вашей помощи? Я хочу сам угрохать кого-то. Кого-нибудь. Так, так. Ну как-то так где-то. Ну нифига не получилось. Опять, да что ж ты, я шмаляю по нему, и чё? Критические повреждения, наконец-то, блин, хоть что-то я ему сделал. О, техника уничтожена, есть. Там еще есть. Уже нету. А, нет, есть. Ты мне не загораживай это. Попадание. Куда-то в башню я ему шмальну. Все, уничтожили, да? Прибежать с пятой группой противников, блин, надо еще. Еще дофига надо группу противников. Но я вроде как бы в зоне, да, еще? Вражеская авиация, это хреново. Давай, развернемся куда-нибудь, вот туда. Опять. Вон они. Ну давай опять по туда же шмалять будем. Так, давай. Замри. Критические повреждения, отлично. Ай-яй-яй, поторопился. Помощь уничтожения, ладно, мы с вами. Едет, едет, едет. Блин, не попал. Или попал? Да ну нафиг, живучий агат какой. Да что ж ты будешь делать, а? Сдохни ты наконец. Цель была не повреждена. Да что ж ты, блин. Какой он живучий, а, гад такой. Все, грохнули его. Правда, без меня. Так, он там еще. Критические повреждения, прекрасно. Попадание. Помощь уничтожения противника. Давай вот этого тогда. Попадание. Все, грохнули этого. Это уделай там еще где-то. А, вон там он еще один. Давай, наводись. Критические повреждения. Круто. Так тебе, блин, попадание. Блин, а что, ничего не было, что ли? Помощь уничтожения противника. Где еще кто? Вроде все, да? Ну то он, что вот все-таки, вон то он, значко такое, молотка и ключа. Да ремонтировать надо, да, типа? Или что? Попробуем что. Это вражеская авиация приближается, надеюсь, по мне не бомбанет вражеская авиация. Сейчас вот просто из интереса посмотрим, что это такое. Может там ремонтировать что-то надо или что? Не просто ж так эта фигня висит. Или это точка ремонта? А, это ремонт, да, поди? Мне ремонт. А-а-а. Где, кто там? Походу шмаляет. У меня ну, там вот точка какая-то, там он дофига народу. И там еще самолет летит. Или что это он там летит? Давай туда съездим, короче. Оу, бомбежка.
едем. Что-то я никого не вижу все еще. Во, кого-то углядел. Попадание. Вроде должно быть попадание, я не пойму. Да ну нафиг. Ты что такой живучий? Попадание. Техника уничтожена. Еще одна. Попадание. А только вот так уничтожили, походу. Там кто-то еще один должен быть. А, нет, уже нету. Значит, разворачивается он туда, там вроде самый накал. Блин, тут еще самолеты летают. Ух, рядышком бомбануло по мне. Так, ладно. Так, что, все, нет уже. А там есть кто-то. Далековато, да, кстати? Далековато. Я думаю. Все, всех грохнули. Так, еще есть... Вот эти вот стрелки на мини-карте и мигающие красно-желтым. Это откуда еще кто? Ой. А, это самолеты, походу, да? Так, ну я-то по ним попасть все равно не смогу. Хотя, ну куда их попробуем, интересно же. Или это надо с зенитку, правда? Так, нет, я тут не без... Не это, короче, ничего не могу сделать. Ну давай, наведись вот туда. Вниз. Ой, ремонтируемся, ремонтируемся. Ремонтируемся. Ты давай, наводись куда-нибудь вниз-то, вы чё, я не понял. Блин, вообще не понял, чё за фигня у меня тут сейчас. И? Мы ремонтируемся, нет, всё-таки? Давай, куда-куда-то. Сейчас отремонтируемся. Ну, блин, вроде... Я не понял, ни хера. Так, мне надо вот туда видеть, да? Так, сейчас попытаемся вот туда куда-то. Это, блин, нас сейчас тут грохнут. Так. Эй, вот так вот. Техника уничтожена. Давай вот этого сейчас попробуем. О, попадание. Блин, по мне шмаляют. Все, меня разнесли. Блин. Это вот он же меня и разнес, походу, да? А, нет, это куда-то... Ну да, он же меня и разнес. Подрюбание комплекта. Ой, зараза. Че, мы сдаем позиции, да, или что? Да, они вон на базе уже. На нашей. Противник захватывает базу. Я его не вижу. А, вон. Давай, ты куда-нибудь, куда вот? Кого ты делаешь? Ёпсель-мопсель. Фигня какая-то. Техника уничтожена, есть. Хоть кто-то уничтожен. Так, разворачиваемся. Разворачиваемся. Вот туда, куда-то нам надо, да? Чё такой медленный, а? Я не понимаю вообще. Куда мы должны? Где? А, я наоборот, блин, вперед, вот тут где-то. Что-то я совсем... Или что, я не понял. Ну, блин, все правильно. Вот перед. Вот перед я жму на W, значит, тут перед. Я совсем потерялся в этом управлении с этим танком. А, вот перед я... Эй, я не на ту кнопку жал. Ну, все, уже поздно. Уже все, убили его. Блин. Приближается 8-я группа противников. Ладно. Так, ну туда. Сворачиваем туда и едем туда. Так, а тут? Как-то вот так, вон они. Давай. Бери там хоть кого-нибудь, прицел. О, 6, тушить пожар. Эй, да чё ты будешь... А, зараза! Ты был уничтожен чихе. Какой-то чихе. Чихе. Чиху. Кому-то чихнуть охота, да не может.
можно транспорта сменить как-то? Нет, да? Или мне нечем сменять транспорт? Давай назад, ну туда он, сейчас он у вас... Кого-нибудь до часа грохнем все туда, вот этого попадаю. Блин. Насчет победим не знаю, сомневаюсь, что-то я уже... Цель не повреждена, да вы, зараза, охренели? Он что такой бронелобый? Опять не повреждена. О, мои противник захватывает нашу базу. И меня грохаем, и я всего одну очку... никого даже не попал, не пробил. Иди нафиг, не буду я смотреть, как меня позорно убили. Зараза такая. Все, мы сливаем, походу. Давай, тогда он туда сейчас, блин, шмалять, блин. Да что ж вы такие неубиваемые, а? Сукины дети. О, наконец. Хоть кого-то громко. Критические повреждения, давай. Попадание, но не убить, но не уничтожение. Уничтожение есть. Давай следующий. Блин, да ты каково? Ладно, по тебе тогда буду. О, и я уничтожил. Ну я хотя бы троих убил. Не то радует, блин. Самолет. Я тоже хочу на самолете. Почему я не смог на самолете пойти? Так, тут нужно одного убить вроде. Все, уничтожил. Уломает самолет. Ладно. С какой стороны? Кто с какой стороны? Оттуда вот. А нет, там самолет полетит. Вон оттуда вот едут. Эх ты ж, сука, что ты тут встал, блин, сломался, зараза. Куда мне надо? Где? Куда, 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 куда? Ай! Ремонтируемся. Эй, не отремонтировались. Да не хочу я смотреть на свой позор. Так, снова в бой. Блин, война одна. О, как точненько сразу прям на это. Вот так вот. Нет, нифига. Да, опять. А, вот уничтожено, да. Ну это радует. Что, далековато, да? Блин, кого -то тогда? Потом тоже вроде что-то далековато. Ну-ка давай поедем ближе. Тоже нифига. Давай ближе. О, вроде сейчас должен, да? Прицел. Или нифига. О, ну-ка. Попадание есть. Попадание, но не уничтожение, да? Ну и чё? Во, уничтожено, есть. Так, с этой стороны. Вроде вся, нет, там он еще кто-то. Только далековато он стоит. Эй, надо бы развернуться, там у нас вон... Ай-яй-яй, выезжай, меня ко мне тут бомбят. Мне надо куда-то вон туда, вон, там вон, народу дофига. Поехали туда, я не близко, зараза. Погнали. Да какой погнали, по черепашьим ходам, блин. О. Так, а я не понял, это что? А, у меня больной был. Надо его подлечить, да? Ладно, подлечиваем. Я нашу базу уже захватываю. Уже у нас эта синяя полоска меньше, чем красная. Это значит нам хуй херово. Давай, лечись. Больной. Все. Давай, поехали, поехали. Поехали. Сейчас где? Где кто? Где кто? Я не вижу. Ой-ой. Ты меня увидал, да? На тебе! Уничтожен, есть, первый. Уничтожен, есть. Уничтожен, есть. Ладно, на этого. Нет, не уничтожен, зараза. Я думал, так и буду всех ваншотить, ага, каких-то там. Помощь уничтожений, да? Все. Блин, мне надо ремонтироваться. Все, ремонтируемся, да? Башню надо ремонтировать. Там кто-то опять уже едут. Да сколько можно? Мы тут долго еще будем воевать. Надеюсь, мы победим, а? Хотя сомневаюсь что-то. Я вот смотрю вот на эту полоску и сомневаюсь что-то сильно. Да, и ладно.
Если б я в накатке, значит все, хана нам всем. Так, давай туда поедем. Ты можешь быстрее, а? Чучек. Таз с болтами, блин, вообще ни на что не будет. Так, 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 туда давай всех. Ну как, сможем мы отсюда? Походу нет. А, во. Блин, так, есть. Давай, 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 наведись ты. Ну, чё, давай, на. Нихуя. Так, нифига. О. Вот этого могу попасть. Давай, чё, в чем дело? Хера. Так, этого тоже грохнули, но там остались. Давай, вот так вот. Критические повреждения, это круто, конечно. Но надо бы его добить как-то. Не добивается. Тут, ну давай, вперед проедем. Давай, замри! Критические повреждения, круто. Миссия провалена. Эх, блин. Ну, фиг с вами. Провалена? Так провалена. Чё, нет. Ну-ка, давай посмотрим на свои результаты. Это что это? Место в команде пятое. Ну, блин, хотя бы не самое последнее. Хотя, может, и последнее, не знаю. Это что, трофей? Ну, ладно, спасибо за трофей, конечно, окей. Исследуемая техника. БТ-7 какой-то прогресс. Исследование какой-то непонятное. Нафиг он не сдался мне. 20. Что это? 20 минут? Чего? А, статистика игрока 5. Это что? Очки? Ну да, я не последний, это радует. Сколько у меня там? Уничтожено наземных целей. 17. Воздушных целей 0. Ну почему? А как я, блин, воздушный бы уничтожал? Помощь в уничтожении противника 14. Смертей 8. Блин, у меня смертей многовато. Ну да, ладно. Журнал боя какой-то непонятный, ладно. Ну, блин, в принципе, конечно, было интересно, я тут и не поспоришь. Поздравляем, вы исследовали модификацию гусениц, теперь можно ее купить. Нажмите на нее левую кнопку мыши. Я, типа, и что мне это даст? Выберите новую модификацию для изучения. Например, горизонтальный привод. А что он даст? Горизонтальный привод. Фу. Если у вас останутся свободные очки исследования, они будут автоматически перечислены в выбранное новое исследование. Нажмите левую кнопку для продолжения. Ну, типа, вы нажал. Какие еще очки исследования? Орлы, премиумная валюта какая-то. Все. Обслуживание. И смазка механизмов. Ты что, я могу потратить эти... Ну-ка, о. Ну, ладно, давай, типа, блин, фиг его знает. Ладно, фиг с вами, завершить. Ну что ж, типа, вот это более-менее нормальная катка такая. Ну, это явно, хоть и с ботами воевали, но тут было посложнее, чем прошлое. Там-то я нифига не понял, а здесь вроде понял, что все не совсем просто, как я думал. То есть я думал, что совсем не просто, но не настолько. Ну ладно, типа. Вот теперь вот реально первый бой был. Всем спасибо за просмотр и до свидания.